Добрый день, уважаемые пассажиры. Капитан и экипаж корабля приветствуют вас на борту скоростного лайнера Ту-104, выполняющего рейс Москва-Сухуми. Полет будет происходить на высоте 9000 метров. Скорость полета составит 900 км в час. Рейс выполняет экипаж Московского управления, капитан первого класса, летчик Владимир Николаев. Желаем вам приятного воздушного путешествия. Благодарим вас за внимание.